Итак, девочки, сегодня уже съемка идет, девочки. Это мы сейчас на каком фильме? Снимаемся. Сейчас находимся на фильме «Инспектор Купер». Угу. Это, ну, даже трудно сказать, какой по счету фильм. Потому что... У вас лично, да, по счету? Ну, лично у меня, да, по счету даже... Наверное, за две сутки. Не знаю, потому что... Да, так, потому что... Ну, все-таки, как вас зовут, если что? Как меня зовут? Да, ну, хотя бы в контакте. Нинот Зеташ. Это что-то и грузинское, и что-то русское. Да, это такой псевдоним. Синон, Нинон. Ну что, замечательно, замечательно, замечательно. Потому что снимаюсь я с 2003 года. В кино я попала случайно, абсолютно. Ну, то есть, и, кстати, началась моя карьера с похорон в фильме за это самое Булгакова «Мастер и Маргарита». Ну, это один из лучших фильмов. Да, это были похороны Берлиоза. И вот и сейчас опять похороны. Ну, это здорово. Даже не похороны, а прощание. Ну что, кино мне подарила мою любимую подругу. Я очень благодарна. Это девочка, которая рядом с вами сидит. Очень много интересных общений. Очень много людей. И, скажем так, я где-то стала разбираться в характерах и людях. Я была всегда наивным человеком. В общем, всегда людей очень любила. И, здорово. Ну, а сейчас я отношусь критически, скажем так, к людям. То есть вас чему-то научило, вы созрели, вы немножко так... Да. Меня много чему научило. И я считаю, что кино, вот это вот, ну да, своего рода это лицедейство, безусловно. Ну, понимаете, 10 лет сниматься, 10, это как раз же 10 лет, 13-й год, девочки, да, 13-й лет, да, год. Юбилей, да, юбилей. 8 у вас, да? Да, юбилей 2005-го. Были совершенно, конечно, ну, интересные абсолютно работы. Я скажу, что сейчас такого даже и не предлагают, потому что... ну, раньше у меня было, я сама еще имею работу, и до сих пор работаю. У меня не было возможности часто сниматься, а можно было сниматься каждый день. Каждый день можно было сниматься. Да, здорово, здорово, здорово. Я по сравнению с вами, девочки, 5 лет снимаюсь. 5 лет. Как раз сегодня ровно 5 лет. Я начал с Грибоедова, У меня уже 9-й класс с мая месяца. Здорово. Итак, ну ладно, мы сейчас завершаем, девочки. 3 минутки. Немножко о кино мы сказали. Значит, сегодня 13-й год. Август месяц. 22 августа. До свидания. До встречи на YouTube.